Здравствуйте, гости и зрители моего канала! Вас приветствует Татьяна. Сегодня буду заниматься своим хлорофитомом. Он у меня вот такой вот красавчик. Чем мне нравится этот цветок? А тем, что он очень красив, полезен, а самое главное, неприхотлив. Он способен мириться с недостатком освещенности, хорошо растет при любой влажности и в любом грунте, который вы ему предоставите. Мой хлорофитум растет в этом горшочке уже целый год, и его пора пересаживать. Как я это решила? А посмотрите на листики, они стали немножко подсыхать, чего раньше не было. И корни. Корни у него тоже очень-очень плотные. Они уже пытаются вылезти наружу. Вот сейчас мы его будем пересаживать. Первое, что мы сделаем, это уберем старый цветонос. На нем вот столько много деточек, мы их выбрасывать не будем, мы их укореним. Выбираю самые хорошие и сильные росточки. Вот я выбрала 4, думаю, что мне хватит. Поставим деточек в горшочек с водой и, думаю, через недельку можно будет посадить их уже в землю. Ну а теперь займемся самим цветком. Сажать я его буду вот в такой вот большой вазончик, так как расти он у меня будет на балконе. Ему там будет достаточно места. Грунт у меня обычный, магазинный, но для профилактики пролью его фитоспорином. Грунт хорошенько промочили, и теперь можно заняться пересадкой. Попытаемся вынуть наш цветочек из горшка. Это не так-то просто. Корни очень крепко оплели весь горшочек, поэтому аккуратненько его оттуда вытаскиваем, чтобы не повредить сами корни. Посмотрите, сколько корней, как плотно они оплели горшок. Сейчас немножечко уберем землю. Вот так, аккуратненько. Вот такая красивая корневая, очень большая и здоровая. Заглубляем корень и аккуратно обсыпаем со всех сторон землей. Вот так. Ну вот, наш цветок пересажен. Стал более красив. Мне кажется, когда цветы пересаживаешь, они как будто расцветают, они такие красивые становятся. Полила его раствором энергена. Ну и на этом наша пересадка закончена. Думаю, моему цветочку будет уютно в этом горшке. А немного раньше я сажала деточки от хлорофитума. И вот такие они уже большие, хорошие у меня подросли. Хорошо укоренились, и я могу ими поделиться. На этом я заканчиваю свое небольшое видео. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока!